Прошло почти два месяца с тех пор, как экс-чемпион в среднем весе Геннадий Головкин потерпел первое поражение в своей карьере. По словам его промоутера Тома Лёфлера, за это время казахстанский боксер стал только популярнее, а большинство любителей этого вида спорта все еще считают его непобежденным, передает Ring News 24. Лёфлер отметил, что все еще прорабатывает для Triple G, возвращение которого на ринг намечено на весну. Лучшие варианты сделок. Поэтому до сих пор не подписан контракт с телепартнером. Главными претендентами являются стриминговый сервис DAZN и телеканал ESPN. Сейчас Головкин взял время отдохнуть. Он очень разочарован решением судей в бою с Канело. Как и все мы считаем, что он все еще чемпион. Мы по-прежнему считаем его непобежденным. В нем очень заинтересованы в DAZN. В нем очень заинтересованы в ESPN. И мы просто работаем над тем, чтобы он получил лучший вариант. Меня многие спрашивают о третьем поединке с Канело. Я думаю, это был бы отличный бой. Я считаю, что второй бой был гораздо лучше первого. Но что можно сказать, нет смысла жаловаться, что есть. То есть, откровенно говоря, мы были разочарованы обоими решениями в боях с Канело. Но мы стараемся выжить лучше из ситуации, поделился промоутер. По словам промоутера, несмотря на то, что команда Головкина расстроена из-за результата обоих матчей с Альваресом, они движутся вперед. Промоутер Эдди Хирн уверен, что казахстанскому боксеру Геннадию Головкину нужен третий бой с мексиканцем Саулем Альваресом TV-платформе DAZN. Головкину нужен этот бой, это единственный поединок, на котором он может заработать десятки миллионов долларов. У нас для него достаточно денег, к тому же, это самый большой бой для Triple G. Мы попытаемся сделать этот бой, заявил Эдди Хирн. Том Лёфлер считает, что Рокки Филдинг не сможет победить Сауля Альвареса и повлиять тем самым на возможный третий бой Канело Трипл Джи. У Канело бой с Филдингом, вы не переживайте, что он может помешать трилогии Головкин-Канело. Это не неуважение к Филдингу. Но Канело просто на совершенном другом уровне, даже в 168 фунтах. Он показал это во втором поединке с Трипл Джи. Я не думаю, что бой с Филдингом будет слишком трудным для него, сказал Лёфлер. Watch how elegant, stand strong, this is it.